Детская железная дорога в Казани открыла очередной пассажирский сезон. По традиции, старт нового сезона приурочен к Международному дню защиты детей. На торжественной линейке, открывшей праздничное мероприятие, юным железнодорожникам вручили удостоверение. Грибной канал Казани открыл новый сезон. – В честь открытия президент Татарстана Рустам Миниханов и мэр Казани Ильсур Метшин посетили построенный в Казани центр грибных видов спорта. Они осмотрели тренировочные залы здания, увидели, как тренируется грибная сборная республики. В 11 городах России стартовала кампания по набору волонтеров на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 и Кубок конфедерации FIFA 2017. Казань также принимала участие в запуске волонтерской программы. В деревне Универсиада участниками старта стали активисты волонтерского движения Казани, представители молодежных организаций. Здесь же было организовано прямое включение из Москвы. Татарстан вошел в 20-ку регионов с самыми богатыми семьями. Исследования составляли, учитывая данные, сколько денег остается в среднестатистической семье после оплаты необходимых расчетов.